Снова пожар горит постепенно. МЧС тут никто не заменит. Кто же нам дарит эти мгновения? Без работы оставить не смеет. Кто-то отжег, мы же отмочим. Полосы черные будут ярче. Казалось бы, что с пожаром покончено, но уже едем другой тушить дальше. Горящий тур, путевки за даром. Любой диспетчер их не жалеет. Не дорожим ложкой к обеду, как на войне в это мирное время. Завязать галстук мы вряд ли сможем. Ну а пожарный узел легко. Готовы бежать и оказывать помощь. Главное, помни наш телефон. Если вдруг попал в беду, набирай 112, мой друг. Ночью грозной под дождем, все равно мы на помощь придем. Если вдруг попал в беду, набирай 112, мой друг. Ночью грозной под дождем, все равно мы на помощь придем. Если вдруг попал в беду, набирай 112, мой друг. Ночью грозной под дождем, все равно мы на помощь придем. Если вдруг попал в беду, набирай 112, мой друг. Ночью грозной под дождем, все равно мы на помощь придем. Вызовы, пожары происходят каждый день. Тушим мы огонь и спасаем всех людей. Боевочка моя, так хорошо сидит на мне. Спасибо три, что подобрали мой размер. Я захожу в объятый огнем дом, потому что люди остались в нем. Выхожу с ребенком на руках, отдаю его врачам. Всех спасли, значит, было все не зря. И зашался с огнем, дома горят. Не оставляйте детей без присмотра никогда. Где вы, дети, находитесь? Пожар! Понравилась вам экскурсия? Да!